Доброе утро. Привет. Прибыли в поселок Шерегеш. Пятого, да, получается? Что-то раньше до шести, по-моему, было. Ну, там просто показываешь, да? Заходишь. Не торопись. Здорово, любитель активного отдыха. Знакомьтесь, это Оля, это Дима. Приехали с Томска посмотреть на наш летний Шерегеш. В общем, сейчас лезем мы в горы. Садимся на подъемник. Так, а где у нас? А, туда. Здравствуйте. Рюкзаки лучше снять, руки. Можно проходить, на крестик встаем. Ты сядешь, рюкзак рядом поставишь. Ага. Закройте рамочку. Пол пятого прекращаю посадку. Хорошо. Так что не опасно. Не торопись, не торопись. Все, держи рамочку. Ну все, ребята, поднимаемся. Ой, как здорово, друзья. Не представляете просто. Это кайф. Обалденные виды. Народ, это просто что-то с чем-то, короче. Высота подо мной. Просто жесть. Но красота неописуемая. Еще кто-то названивает. Ладно, телефон доставать не буду, боюсь уронить его вниз. Вот. Едем, друзья, лежа. Вот так вот. Вас тут. Кто еще не посещал летний Шерегеш, всем советую приехать. Подъемник стоит не так уж дорого, рублей 200 где-то. Вот. Но зато, ребята, впечатлений будет просто уйма. Но потом с подъемника вылезем, пойдем пешком еще. Неизвестно, сколько будем идти. Но где-то, наверное, больше часа будем еще подниматься в гору. Покажу вам снег, ребята, летом. Сегодня у нас 22 июля, вот, погода солнечная, но местами затянута. Ну, вот такое вот небо, ребят. Такие вот у нас тут дороги, на квадроциклах устраивают поездки. Как замечательно, ребята, там вон озеро, вон там вот, вдалеке. Так что, друзья, и ползем все выше и выше. Такие вот горы у нас. Ну что, братцы, скоро точка назначения, вон там вот наша будет. Вон снег лежит, верблюды, скалы, останцы. Вот, будем идти до них, до вон тех верблюдов. Ребята, здесь просто дует сильный такой холодный ветер. Сейчас, наверное, придется одевать кофту. Внизу было 28, здесь, наверное, все градусов 20 на макушке.
Но зато, ребята, виды открываются просто шикарные. Здравствуйте! Все прекрасно. Ну как впечатление? От подъема. Как впечатление от подъема? Хорошо. Ну вот, с этого места начинается наш маршрут. Точка старта. Вышли на болото. Горное, в общем. Болотина такая. В горах находится. И земля, ребят, смотрите, какая мягкая. Деревья карликовые растут. Но они тут не растут выше, потому что местность тут горная. Высота где-то 1500. Вот. Поэтому деревья вот такие вот. Тут самые высокие кедры. Можно. Тут еще уже скальник. Уже скальник пошел, ну. Ну, такой природы, чудо природы, да? В горах раз такой болотце. Здесь должен быть. А подъем? Вкусно. Так, сейчас покажу, откуда начало берет наша река Тельбис. Вот она, ребята, горная речка. Вот это вот так, река Тельбис. Вот так встаешь. Вот так прям пьешь. На доску. Давай. Не боюсь, ну. Я так пущу. Да. Ничего не будет там. Она с камни не скользит. Избавимся сегодня. Подожди, я тебя спорю. Давай. Теперь. Ну все, отдохнули, освежились. Отправляемся дальше. Пойдем дальше. Пойдем, ну. Продолжается. Горный поход. Переход наш. Ага. Ай, Женя, дайте руку. Ага. Оба. Ну вот, почти дошли до верблюдов. Сейчас нам по вот этим зеленым камням и туда, на самую гору. Женя, вон этот. Откуда мы сидим? Да, вон оттуда мы начали свой маршрут. Не знаю, видно, нет, но постараюсь увеличить потом в монтажке, в программе. Сейчас самое главное по Курумнику подняться нам в гору, вот в эту. Вон какие Курумник, ребята, достопримечательности. Огромные камни, просто вулканические породы. Такая вот лепота. Сейчас не знаю, как мы сейчас залезем на самый верх, но надо, назад дороги нет. Потом покажу вам снег. 22 июля, много, ребят, снега. Так что не переключайтесь, наливайте чайку, погнали вместе с нами. Гору взял? Вот так и скинул специально, гору. Ну? Ну супер, супер. Вот так вот по ним ходят, по Курумнику.
главное лучше самой идти. Если что, руками уперлась. Да, 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 да. Устойчивость лучше. Сладкая. Не будешь водичку просто? А у меня же своя вода. Что, будешь, Денцов? Не, я не буду уже. Сладкая. Пить охоты, охоты постоянно. Ну, я пастух. Женя, худенький, мама. О, чудо пятихода. На, простой, будешь водичкой? Не, не. Тоже. Вау, строится, как мы немножко села прошли. Еще маленько осталось. Какая красота. А? Красиво. Вообще. А вот зимой тебя увозят отсюда, и ты на лыжах, прикинь, вот здесь. Если снег, то лежит. Этих, вот этих зимой это нету этих камней. Да, зимой нету они. Зимой только вот эти. Под вот, снегом. А зимой отсюда не катаются, блин, почему? Вот от креста прям и погнали. Да, от креста и вниз туда вот. Вот полетел. Мы поднимались и вот поехал туда. И полетел туда вниз уже. Здесь же получается, здесь если с тобой что-то случится, ответственности никто нести не будет. Ты едешь сюда как бы эти. На свой страх и риск. Фрилейн, или как там называется вид этих. Ну, короче, те, которым уже ничего не страшно там. Да. Они ищут здесь. Адреналин. А вон там, смотри, это, а вон там какой-то поселок дальше, да? Вон, видите, прямо в горах вот туда. Не Кабарзажин? Не, там деревни, по-моему, Шохские, что ли. А мы вон оттуда пришли? Мы пришли вон, вон с горы. Вон там и вылезли. А сколько мы даже, посмотрим, сколько мы пришли. Подъемник вон наш. 5-7 километров мы уже пришли. 5-7, ну вот, я говорил, километров 6-7. Лезем. Лезем. Какая подъем. Теперь я понимаю, как в Великой Отечественной войне были бригады, которые брали штурмом, еще и стреляли в них оттуда сверху. А они резали. Просто героический поступок. Да. А по ним стреляли оттуда сверху, прикинь, с автомата. Все, здесь уже полегче. Вау! Лезем в курумные скалы. Наконец-то мы преодолели курумник этот. Вот в эту еще залезть. Ой, тут-то ерунда. Сейчас залезем здесь. Ой, подожди, да? Мы спотаемся. Вау. Вау, вон там, наверное, встать можно. Смотри, фото как можно. Как будто держишь рукой сюда. Вот смотри. Вот видишь, как язык как будто у кита. Да. Ой-ой-ой. Да ты можешь это, залез бы без рюкзака, я тебе подал бы его. Да нет, нормально. Дима, оба. Сейчас я. Че, с Богом? О, тут ветрище какое. О, тут воздух сдувает, все. Давай стопку, Дима. Я залезу что-то. Дима, я же уже залезла. Есть. Пускай там. О, там снимает еще камера. Вау. О. Ты знаешь, как в этот, в коридор, да, такой? Да, смотри, вот эта фотка будет такой. О, себе там вот. Оля, давай вот отсюда. Ага. Страшно. Так, Дима экстремалит. Ну, а тут прикольно, кстати. Да. Полез. Не, там не надо, Дим. До сюда, Максим. Ого-го! Блин, надо же так сложить ее. Ну что, Дим, как ощущения? Блин, ну адреналинчик зашкаливает. От гранитных камней. Слазить страшно, залазить нет. А вот слазить прям я маленечко очканул сейчас там. Да, конечно, аж вон там вон. Чуть. Шатнет и все, и зацепиться не за что. И, блин, ну, лучше не рисковать. Больше не буду. Лучше иметь страховку или что-то еще там. Красотища какая.
Да, Денис? После такого подъема, знаешь, уже будешь... Уже не страшно будет ничего. Блин, ну я прям очень доволен, что пошел. Как мне хорошо, прям... что Евгения вас вчера встретила. Да-да-да. А мы бы не собрались сами. А, не поехали бы, что ли? Да мы не знали, мы бы даже, не куда знали, идти. Куда, конечно. Мы бы доехали, поднялись на горе, постояли бы. Наверное. Травой засеяны вот такие горы. Там идешь, лес прям на горах растет. А если что, где-то вот как вот мы скалы увидели, то они отвесные, там к ним не подойти. Ну я, может, не все знаю, но вот где возят туристов, там... Там чисто вот развод, чтобы дикарем куда-то пойти. В Алтае, да? Ну, я думаю, что там либо надо коней брать. Ну и ценник на все очень завышен. Ну что, а вот и зима. Да? Вау! Тут можно на лыжах еще кататься. Ребята, снег просто. Зима наступила. Ну, осталось еще небольшой подъемчик в гору, и мы у цели. Ну, а пока что снег. Снег. Зима пришла в горах. Черничка, ребята, смотрите, зеленая. Ну, вот он, родной. Еще маленько, еще чуть-чуть. Курумник преодолеем. И мы будем, друзья, с вами наверху. Тут просто ужасный ветер стоит. О, как здорово. Такие виды. Шикарнейшие. Кедры, ребят. Карликовые. Маленькие такие. Вот он. Дорогой наш крест, ребята. Неужели мы поднялись? Вот такой ветрище просто обдувает, ребята. Вообще кайф. Свежо, хорошо, чистый воздух. Фух. Полные легкие дышат, ребят. Опять по большому курумнику. Вау. Долина чудная долина. Но громадный просто. Как будто правда раскидали их тут специально. Шишки. Такие вот кедры тут маленькие растут. С шишечками. Просто рукой можно это срывать. Попали в детский? Частник. Нет, это частник. Катает за день. Катает, но. Вертушка летит. Сейчас день сядет на поляне, да? Ну да. Двухместный, да, наверное. Все, на подым в гору полетели. Из лета идем обратно в зиму, да? Вот опять зима наступает.
Не, спускаться намного труднее, да? Подниматься легче. Вау! Зима наступила. Все, отдыхаем. Просто может и снег поехать, поэтому аккуратней. Я думаю, надо вот там спуститься. Не, а мы сейчас вот здесь вот и сразу к тропинке спустимся. Надо идти по камням. Вот краем надо идти. Да. И вот там спуститься. Сколько снега. Отправляемся обратно. Чего столько снега. Полным-полно еще. Тут просто можно, ребята, скатиться на жопе до самого низа. И на камни сразу. В общем, шикарно, ребят, иду в шортах, просто в кроссах, носки, короче, шорты, майка, все, и по снегу. Ребята, просто освежающий такой кайф, прям не передать словами. Советую всем приехать, полюбоваться, посмотреть на нашу горную Шорию, посмотреть на вечный, ребята, снег. Снег просто не тает здесь все лето. Все лето лежит. Вот такие вот, такая вот долина, ребят, у меня остается горный снежный склон. Все, спускаемся, друзья, и преодолеваем тот же самый маршрут. Ну и потом отправляемся уже ближе к дому. Но до дома еще ждут нас много интересных приключений. Подошли опять к Тельбису. Думаем искупаться. То ли тоже занырнуть. Заплыв в горную реку. Господи. Дай мне сил. О. Холодная. Выздоравливай. Хорошо. Горная река силы дает. Закаляться. За одно дыхание сперло, говорится. Как у той лисицы в басне Крылова. Вау, классно, классно. Горло полностью отмыло. А? Горло полностью отмыло. Перекус. Она как в холодильнике находится. Галя, как о вас заботиться, даже? Да? Да? Все у него в пальце, как положено. Как в холодильнике. А? Да я раз в жару взял в пакете, она испортилась. Да? Задохла там, ну. А кто тут Мальборо нам положил? Это мама этому уже не положила. А тебе, наверное. О, вот. Сувенир. Баба Тамара тебе доложила. Я-то не курю. Не куришь? Бросил. А.
Отобедали такая маленько, перекусили. Нет, хорошая. Сейчас двинемся в путь дальше. Квадроциклисты там ездят. Нельзя. А, нет. Не кормим. Ишак, Ишак. За ками ходит. Ишак, иди отсюда. Чак, иди. Чак. Вот это молодец, сумки носит. Чак, шик, ко мне. Вот такие вот тут дороги, все размешано, перемешано. Квадриками все поразмесили, не пройдешь тут в кроссовочках. Я прям боюсь. Но мы пытаемся идти. Упасть, да, страшно? Ну, конечно. В грязь. Ну что, брат? Поворачиваемся вниз. Сейчас нас будут ждать незабываемые головокружительные виды. В общем, сел в подъемник. Отправляемся в плавание. Дальние народу, ребята, туристов полно, так что советую посетить обязательно, кто не посещал Шерегеш.